Вот так это выглядит спереди. Кировец новый. Мощно работает. И вот за ним вот такая штука. Еще отсюда снимаем. Назначение, которое мне не вполне понятно. Да, это для обработки земли. Ну как, для чего и зачем, и что это такое, надо еще выяснить. Потом, может, прокомментирую, напишу. Интересно было бы ее в действии посмотреть. Кто поближе к ней подойдет. Смотрите, какая штукенция. Что-то на ней написано. Велес. Велес — это бог славянский. Написано не нашими буквами, по латыни. Почитаем, поищем, погуглим, что это за велес такой. Интересная фигня.